Церковь начинает готовиться к Великому посту, и мы хотим поговорить о подготовительных неделях к нему. Притча о мытаре и фарисее. Что есть ложное, что есть подлинная, настоящая праведность? Как достигается настоящая, подлинная, живая вера? Поговорим об этом в нашей передаче «Просто о вере» на телеканале «Самара ГИС» в понедельник в 7:30 вечера.